Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. В этом уроке я хочу вам показать макет кепки. В архиве вы найдете три варианта. В таком ракурсе, вот в таком и вот в этом ракурсе, который я уже сделал. То есть вот они, три PSD файла. Вы скачаете архив. Кстати, скачать его можно на моем сайте. Ссылка будет в описании этого видео. Когда вы распаковываете архив, будет три файла. Вы открываете, например, первый. Кликаю два раза левой кнопкой мыши, здесь я нажимаю ОК. Макет устроен таким образом, что мы можем покрасить, либо наложить свое изображение на кепку, и изображение автоматически ляжет идеально на все изгибы кепки, как будто бы эта наклейка действительно наклеена на кепке, или это может быть заливка цветом. Мы раскрываем слои, и вот первый самый слой, здесь есть такой квадрат белый. Два раза левой кнопкой мыши я по нему кликаю, и, например, выбираю красный, и нажимаю ОК. И у нас вот верхняя пипка, она окрашивается в красный цвет. Далее нижний слой. Мы два раза левой кнопкой мыши кликаем вот по этому смарт-объекту. Здесь мы нажимаем ОК. И здесь мы можем отключить слой, покрасить его или наложить изображение. Я закидываю на Photoshop произвольное изображение. Размещаю его во весь вот этот холст наш. Нажимаю Enter. Теперь, чтобы у нас все сохранилось, нам нужно нажать файл «Сохранить». И данную вкладку можно закрыть. И вы видите, картинка легла идеально на нашу кепку. Теперь нам нужно покрасить козырек. Это у нас вот этот слой. Два раза левой кнопкой мыши мы кликаем. ОК. И аналогичным способом это все меняется. Я подгоняю изображение. То же самое, файл «Сохранить». И вы видите, у нас все работает. Вот так вот просто вы сможете макет кепки изменить под себя. Тут есть у нас другие слои, вы можете поиграться, подключать. Здесь можно отключить тень, наложить какое-то фоновое изображение. Вот я отключаю, вы видите, задний фон. Это значит, мы можем с прозрачным фоном это дело все сохранить. Вы видите, что можно отключить тень. Или вот у нас кепка темная немножечко, да, сделать ее немножко посветлее, отключив вот этот вот слой. Итак, у нас с вами все готово. Как нам сохранить кепку в хорошем качестве? Для этого нам нужно выбрать файл «Сохранить как». Здесь нужно выбрать формат JPEG. Нажать «Сохранить». Здесь качество 12, наилучшее. И нажать ОК. Если нам нужно сохранить для сайта, изображение нужно оптимизировать, чтобы не нагружать сайт. Для этого мы переходим в файл «Экспортировать», «Сохранить для веб». Здесь очень большое изображение у нас. Обязательно нам нужно его будет уменьшить. Настолько, насколько это нужно для нашего сайта. Здесь мы выбираем JPEG. Здесь очень высокое качество. Качество 80. Ну и, конечно же, если нужно сохранить с прозрачным фоном, предварительно нужно будет отключить задний фон, а потом здесь выбрать PNG-24. И нажать внизу кнопку «Сохранить». На этом урок я заканчиваю. Если для вас он был полезен, поддержите меня лайком и подпиской на канал. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг.
При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.